Начинаем выпуск со срочной новости. Несколько минут назад стало известно о смерти первоклассника. Как сообщают некоторые телеграм-каналы, это произошло после обеда в столовой 150-й школы. Однако в прокуратуре, следкоме и Роспотребнадзоре эту информацию опровергают. Там говорят, 8-летний мальчик умер от инфекции. Какой именно, не разглашают, но подчеркивают, это не связано с питанием. Известно, что семья вместе с мальчиком ездила отдыхать за город. На следующий день ребенок стал жаловаться на боли, его увезли в инфекционную больницу. Там перевели в реанимацию. Через 2 часа мальчик умер.